Пользуясь такой прекрасной возможностью, находясь сегодня на Тутбай, хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну, Новый год — это всегда, конечно же, какая-то сказка. Это связано всегда с каким-то неожиданным детским сюрпризом, с каким-то очаровательным таким сказочным окружением каких-то героев. Новый год — это всегда счастливое детство. Вот хотелось бы, чтобы в новом году мы все были счастливыми, радостными, чтобы в новом году мы были по-детски откровенны и любили по-детски. Хотелось бы, чтобы Новый год принес всем мира и благополучия, успехов в труде, в творчестве, чтобы появилось много новых прекрасных песен, чтобы в новом году появилось много прекрасных семейных пар, жизнь которых была бы освящена этим годом и длилась долгие годы. Хотелось бы поздравить всех родителей, которые безмерно любят своих детей, и всех детей, которые безмерно любят своих родителей. Мне хочется поздравить всех, короче говоря, с наступающим Новым годом, пожелать любви, счастья, мира, вдохновения, всего самого светлого и лучшего. И не забывай, что рядом с Новым годом приближается Рождество Христово, и пусть волшебный свет рождественской звезды озаряет нас путь, ведет нас к верной, истинной, правильной жизни. Пусть все самое плохое останется в ушедшем году. Пусть все концы света, которые обязательно не состоялись и не должны были состояться, никогда не состоятся ни в новом, ни в будущих годах, чтобы мы все жили счастливо и мирно. Любви и счастья, мира, здоровья, благополучия, Божьей милости. С Новым годом, друзья!